друзья, да шо тут? Сейчас хочу вам показать всю красоту птичьего полета, показать пейзаж. Много кто в личку мне писали, в комментариях писали, все спрашивали стоимость моего коптера. Фух. Я, ну, никому не говорил, сколько стоит. Ну, где-то я писал. Вот, и это сами можете зайти и посмотреть, сколько он стоит. Смотря где посмотреть, ну-ка говори, где ты его покупал? Я его покупал в ДНСе, в городе Кире. Был последний. Я думал, на Валбусе. Не. У меня сын просто горит. Пошли, папа, купим машинку на Валбусе. Это так прикалывает. На Валбусе. Вот, все спрашивают, как он там замерзает, не замерзает. Перед полетом просто погрейте ее, либо же засуньте под запазуху. Ну вот я как подмышку ее засуну. Потому что засовываешь квадрокоптер, он такой. Вот, потому что под мышкой самое такое теплое местечко. Вот это? Крепление для телефона. Он там уходит или нет? А? Он же там вроде выходит, или нет? Да, он тут регулируется по любой длине. А нет, я думал, у тебя встроен пульт, жестик. Нет, это для телефона. Да я тебя понял, давай, делай уже. На штатив. Давай, я тут как аристократ пью чай. И ты должен запечатлеть этот момент. Так у меня все впечатлит. Так. Давай быстрее, кстати, не бесконечный, что думаешь? Мне еще телефон, наверное, будет подзарядить, потому что что я уже трое суток его не заряжал. Да, 16%. Чтобы не было никаких казусов. Сейчас пока пьем чай. Греется у меня батарея и немножечко подзарядится телефончик. Я пришел, понимаешь, и посмотреть, как это действует. Так, все. Тянешь и тянешь. Зарядочка пошла. Пусть подзарядится малеха, а мы сейчас пьем вкусный заваренный чаечек. Так, ну что, короче, все, погрелась батарея, попили мы чайку. Подзарядился у меня маленечко телефон. Так, вставляю я батарейку. Так, открываем лопасти. Так, включаем коптер. Ну давай, пошли туда. Где моя эта штука? Где моя эта штука? Так, поставили сюда. Перед уездом надо, блядь. Михалыч! У тебя записывает, нет? Да. Михалыч, посмотри на меня. Михалыч, хватит трындеть, там на дальнем кордоне вот такой окунь стоит, тебя ждет, а! Чё говоришь? Я не проверял. Проверял, там ничего не ловится, вот там дука попалась, там где ты ловил. Странная, короче, маза. Давай меня запечатли. Как? Детям, у нас и задние, и этот... Как тебя запечатлеть? Ну я сейчас буду бурить, а ты возле меня улетаю так. Блин, подсела батарейка. Короче, батарея так и не согрелась. Ну блин, кадры вообще офигенные. Что-то, блин, коптер не разрешает полет, потому что до сих пор батарея горячая, ой, фу, холодная. Непонятно маленечко. Проверь вот этот, где у меня. А где моя удочка? Какая? Красная. А где ты ее оставил? Я его, мы здесь уже рыбачили, ее не видел. Он же оставлял удочку-то. Где? В лунке прямо. Иди быстро, запечатли. Утащили?
Повезло, что шуга у него там. Ребята, вот так на севере уходят удочки. О, кто есть. Потащи. Да, разбить. А, порвалась. Ну, разбить же надо было шугу. Да я еще не поднял ее. Ой, короче, что попало, вытворяют. Пацанчики-то, что попало, творят. Так, блин. Взлета, короче, пока не получится. Надо греть батарею. Так, греть батарейку. Да, вроде теплая батарея, не знаю, что он. Что он ругается. И не хочет разрешать взлет. Так, ну что, друзья, вроде, бля, батарею отогрел. Сейчас пульт запищал, что пульт замерз. Вроде все нормально. Так, за парнями подглядел. Да, конечно, чуть-чуть я не успел. Солнышко уже село. Такие вот тут пейзажи. Болото. Красота, озера, болото. Это вот столько мы набурили.
Ну давай тащи кого-нибудь. Чего? Тащи кого-нибудь. Дядь. Рыбу, рыбу тащи. Так, ну что, друзья, много кто просил, писал, рассказать, показать мой костюм. Сейчас я с коптера это все засниму. Так, сейчас настрою как надо. Костюм у меня Remington, поплывочек. Так вот он выглядит, вот. Удобный. Единственное, что вот я не могу капюшон застегнуть так вот, потому что не сходится из-за толстой балаклавы. Блин, руки вообще напрочь отмерзают. А так вот все шикарно, ножи висят, не мешаются, вообще все шикарно. Потом более подробный обзорчик я сниму про него, расскажу, покажу. Ну ладненько, у меня садится батарея. Буду садить коптер. И уже так плоховато стало видно. Не успел я маленько пока тут раз... I'm not the same.